Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии на десятерых Sid Meier's Civilization 6 за Конго. Напоминаю, играю я с иностранцами, так что английского будет много, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, лучше смотреть начинать с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, и кстати, большое им спасибо за поддержку. Приятного продолжения просмотра. 10 железа один мой юнит стоит. И мне его накопить еще 5 ходов, чтобы накопить. А больше нету... нигде. Железо. Ну, убился об меня. Отлично. Да блин, что ж тут тяжелое поражение это постоянно. Так, каменную кладку улучшили. Ну, пошли тогда с этим лагерем разбираться. Я думаю, что раз, два, три, четыре, пять, шесть дуболомов мне хватит. Так что пока давайте вот так сделаем. Давайте с голландцем дружбу заключим. Interkiller, time to friendship. Are you happy? Нет, похоже, он не happy. Видите, производство здесь придается. Это благодаря моему... пантеону. Так бы тут совсем было грустно. Но тут мне придется вырубить. Блин, может купить рабочего? Коммерческий район здесь надо строить будет. Еще вот хлопок можно обработать. Я, наверное, куплю рабочего здесь. Все равно мне много денег на апгрейд моих юнитов в эти в уникальные юниты не потребуется. Нет, я, наверное, просто буду перепрыгивать уже. Блин, надо было сюда встать, на лес. Так, здесь хлопок пойдем обрабатывать. Ну, я, по идее, должен прокачать... Нет, не хватит мне, по-моему, да? Да, хватит. Для повышения прокачаю. Скаута получается. Так, здесь строитель. Тут пока поселенец без карточки. Indonesia, I can say where one wonder is if you let me know about other. Денег у него тоже не особо, но у него наука и культура. Вот в чем дело. То есть, может, он не на уникальных юнитах, но он на меня нападать точно хочет. Давайте открою уже обработку железа. Он уже явно построил кампусы. Но мне бы Болонью, конечно, сюзеренить. Он Болонью не находит. То есть, у него там еще какой-то свой город-государство имеется. Так, из Мпинды я... в Квангу отправлю, чтобы дорогу иметь.
slipping. Can send the trade route now. It's already on its way. Да, я тоже атакую сейчас через реку, но это уже раненый прачник, и его надо убить. No, I did wonder why I didn't see it. Тут интересно. Так, давайте в пинде. Yeah, just go west of the one left of me. You'll see. Построим строителя, и здесь надо уже кампус ставить. Так, а как там у всех? А, Горга в золотом веке. Эти все в нормальном. Что он тут строит? А, у него уже мечники. Ну, как бы у меня тоже мечники. Не проблема. Он у меня уже 10. Сейчас железо будет. Я сейчас апну. Пускай уже будет. Блин, а где голландец, интересно? А, так вот. А, так это и есть голландец тут. А, я думал австралиец. Тогда ладно. Ну, сейчас я не берусь, например, греком. Может нападать сколько угодно. О, блин, я тут хочу город поставить тоже. Правда, он такой. Ну. Слабоватенький будет. Так, этот лагерь мы забираем. Тут мы получаем денежки. Ну, то есть нет у меня смысла дальше пока апгрейдить юниты. Давайте я, наверное, тут стены сразу поставлю. Почему нет? Тем более там для ускорения технологий требуется это дело. В деньги пойдем. Каким-то юнитом не успел походить. Ну, эти дуболомы у меня стоят там. О, он еще и... Еще и этого сделал. Генерала. Прям очень хочет меня сносить. Очень-очень. Ну, я как бы еще раз повторю, что я готов к этому нападению. Тем более, пока он дойдет, у меня уже и стены встанут. Так, я сейчас еще Виктора посажу в Квангу. Хреново иметь ФФА, вот соседа. Который очень сильно хочет воевать. Так. Забираем лагерь. Нет, не забираем. Прикол, ладно. Он не должен мне убить этого дуболома. Так, этим идем вырубать тут болото. Тут у нас будет коммерческий район. Блин, меня вот волнует, что тут где-то бегает скаут грека, по-моему. А, карточку на на поселенцев. Ух ты, Везувий. Вау. Я тебя не хочу атаковать. Блин, надо было против варваров карточку поставить.
Сейчас лучник будет больно лупасить по мне. Этот лагерь забираем. И я почти уже в героическом. А, вот где греческий скаут. Блин, тут столько территории. Я не знаю, зачем греку на меня нападать, честно говоря. Actually, I'm already friends with Indonesia. No, no way. Sorry. Так. Деньги, деньги, треби, деньги. Ну, я хочу, наверное, этого поселенца куда-то сюда ставить, а сюда уже следующего. Не, ну, отсюда ко мне не пройти вообще. То есть, я не знаю, даже стоит ли тут город ставить. Как бы, тут не так много клеток хороших. Yeah, get two friendships, right? Yeah, you can have two. Yep. Two. Он сейчас побежит генералам исследовать. I mean, unless you're not the... Давайте, наверное, апну еще одного. Пускай он видит мои уникальные юниты и боится. Ну... В принципе, то есть вот это у меня слабое звено к Вангу, да? Но если я поставлю тут стены, то, как мне кажется, до... Как минимум до рыцарей... Ну тут тяжело будет, тем более с моими уникальными юнитами, которые сейчас будут стоять в этих в джунглях. Не знаю... Так, идем вырубать тут лес. Тут идем вырубать. Блин, может лучше апнуть кого-нибудь. I'm about to meet Scruffalophagus. Тут грек может селиться сколько угодно. That was so enthusiastic. It's like, hey, Swissy! And he's like, yeah, hey. I have two friends. Who are you? Who are you? I'm Korea. Oh, okay. Who's Cree? Cree is BD. BD, do you have a friend? He does. I have a friend. Тут еще кто-то сидит. Неизвестно где далеко. Ну сюда пока пойду. Ну, давайте еще поселенца. Чуть позже будем заниматься коммерческим районом. Так, здесь еще строителя, наверное. Что пока не могу кампус начать строить. Тут бы, конечно, еще военный лагерь где-нибудь. Слушайте, а он вообще может тут город поставить? Нет, не может уже. Блин. Скаута мучают.
Тут убился об меня варвар. Тут, походу, тоже убился об меня варвар. Я просто поставлю здесь территорию. Хотя, давайте мы... Ладно, я уже апнулся. Так. Лучник убит. Та-ра! Так, что эта херня делает, я забыл. При обороне от дальнобойных атак плюс 10 может перемещаться и видеть сквозь обычные тропические леса. Но он вот пойдет сейчас город тут ставить. Ну, господи, да пожалуйста. Че он не хочет со мной дружбу иметь, чтобы мы спокойно развивались? Не знаю. Сие науки неизвестно. Так, убираем ландшафт болота. На производство. Ведь тут ему уже не пройти. If you could accept it. I think I got it in time. Gotta watch sending those deals at the end of turns. Блин, мне бы, конечно, культуры еще как-то. Что мне на самом деле через культуру надо играть за Конго, а не через науку. Это театральные anyway, площади so строить. Хрена себе, кого мне убили. Нет. Кем он там атаковал, что мне его убил? Тут хочу. Nice wonder you got there. It's very wonderful. Yeah. Там говорит, классное чудо, оно очень чудесное. Work the reef and I got a camp holy site there. There's like no hills around. I can't build hardly anything else. Ну то есть надо союзиться, блин, really с голландцем. Дружить с ним, там все дела. Так, в Болонию надо будет первого посла посадить. Каким-то образом. Так. На виноградик. That's an impressive military strength, Mr. Scruffle. I can change that very quickly. I'm just saying. Так, стена есть. Что нам тут еще хорошего построить? Ну, военный лагерь. Правда, его только пока здесь можно поставить. Ты понимаешь, военный лагерь рядом с центром города не ставится. Я бы его вот здесь поставил вообще. Но у меня нету столько денег выкупить территорию. То давайте, наверное... Может, поселенца здесь сделать? Я бы вот здесь еще город поставил. Ну нет, сейчас из-за лага... Куда? О, нет, правильно прыгнул. Проверяем, чтобы тут юнитов левых не было. Так, чаек обработаем. Тут я иду... этих, коровку хотел сказать. Лошадок. А, вот где он город поставил. Can't wait for this golden age. It's gonna be glorious. It's gonna be beautiful.
Давайте строителя. Хотя там идет строитель, но тут есть над чем поработать еще. Я не принял политическую... Блин, опять деньги надо платить. Знаете, в чем проблема? Когда ставишь в очередь социальные политики, вот когда ты не ставишь их в очереди, а по одной, то тебе хотя бы висит, что типа надо принять следующую, и... Я вот это пропускаю дело, понимаете? Придется 55 золота платить за олигархию, блин. Так, здесь уже пора, наверное... А давайте одну триремку построим. Просто... Да, внутреннее море, но... Caravels. Так, плюс два влияния пока и... They're an upgrade of galleys, и, right? И производство. Yep. Или изоляционизм. Давайте изоляционизм. Он больше... Он, правда, везде, во всех городах, а изоляционизм... Нет, нет. Мы скоро город будем ставить, ладно. Пока так. Are you... Who is talking? Scruff? Yeah. What other Maori players have done to great terror of other players is build a shitload of co-op. Наверное, вот здесь and they come in from a weird angle. Тут еще место для города оставим. The player can't see coming because it's too early. Yeah, I know, and they don't cost maintenance either, which is fucking ridiculous. Какой же тут этот неизвестный игрок? Так, ну тут никого нету. And like, even if they have troops, odds are that they're by that particular city is low. So you could probably crunch through a city or two before they could even respond. That's why everyone hates Maori on maps like this. Korea, can I ask, regardless of my settler next to you, or my scout next to your scout, is there any natural wonder? I have no natural wonders. Indo has one like three tiles to the right. Oh, that is good to know. Like three tiles to the right from my scout if you're looking for the buff or whatever, the discovery. Australia, look the deal! I hope you're gonna drunk and lose this game. Надо, черепашки тоже в будущем будут когда-нибудь. Так, я тут ставлю город. Все, наверное, полечимся дуболомом. Вот вопрос теперь. У меня как бы еще три места. Наверное, стоит сюда поставить. К голландцу. О, грек дорогу ведет ко мне. Дорогу ко мне повел. Будет нападать все равно. Так. Библиотеку для того, чтобы от Болонии получать науку. И производство надо, наверное. Так, сколько у этого еще два заряда, то есть тут ртуть еще можно будет. Давайте шахты строить. Здесь пока постою. Давайте вот сюда поставлю город. Ну все, я уже в героической эпохе, если что. Маури, интересно, где... Ну, Маури где-то тут встретил, но как, не очень понятно.
Надо ли мне это обрабатывать? Ну, в смысле, тратить сейчас деньги на... Мне нужно больше денег. То есть нужен коммерческий район. И, наверное, к голландцу надо будет караваны отправлять. Пойдем хлопок, наверное, обработаем. So, Mr. Cree, Mr. Beatty. Так, мы ждем плюс одного посла, чтобы в Болонию отправить. You build something on the wonder that's west? Because actually I am taking that wonder. I have agreement with him. You what? I have agreement with him. I am taking that wonder. Oh wait, no, you're thinking about other wonder. Okay, never mind. I'm talking about another one. Like, yeah, like I don't see any reason you didn't put a city over there. We try. Так. Концентрирует войска. Indonesia, I will give you the money back. Классная военная мощь. Scruffle, do you have one unit or something like this? You'll see. Just call you. Scruffle doesn't need any units. Сила 12, видите? Ой. Hungry, finally. And who's this? I met Russia. Yay! One big family. Still have not met Swissy, though. Spoon. Пойдем сюда исследовать. I'm right in the middle of Korea, Russia. Просто тут стою, чтобы варвары не появились. А, блин, мне надо вот здесь коммерческий район строить. Мне бы гавань открыть еще. На самом деле. Ну вот тут коммерческий район, а вот здесь военный лагерь я бы построил вот так. Слушайте, а может тогда на гавань особо не на эту троечку, может здесь коммерческий район строить? Интересно, а почему тут три еды? А тут две еды. I sent you a deal, Mr. Hungry. Mr. Ray, if you would do that, please. Sure, no problems. Anything for fans. Here I go, Indonesia. Давайте, наверное, тут коммерческий поставлю. Блин, вообще... Ладно. Или здесь лучше поставить, чтобы он не грабил. Соседство... Только пол соседства будет от... Ладно, здесь. Просто тут три еды, а тут две еды. Есть разница. Алекс. Yep. Please don't sell more. I will not. Great. We have. This is the last one. Mumbama. Oh, your Australian accent so great. Habama. Так. You settle on the rice, you get the rice. Мне еще один нужен посол просто, поэтому я открываю мистицизм, чтобы Болония давала моей библиотеке плюс две науки. The lumber mill
still works on all of it though, even after you settle. Sorry, watermill. Какое задание? Создать копейщиков? О, слушайте, а баллон это классная штука. Давайте копейщика создадим. Одного. Who needs tea? I got one tea. Who wants tea? I'd like to trade. Please take my tea. Guys, take my tea, please. Are you talking about tea bagging? Yep. Tea bagging. Can't make tea without it. Exactly. When everything else loses. Yes. Так, давайте военную традицию откроем. Подожди, я поменял? Не поменял. Так, плюс 2 влияния. Поселенцев, наверное... так можно уже сейчас, пожалуй, изоляционизм поставить. Ну... Все висит. 20 секунд. Дайте мне принять, твари! Успел, кажись. Да. Я города уже поставил. Вообще 5 городов это мало. Мне больше надо на самом деле. Просто у меня сейчас нету ни поселенцев, ни... Надо немножко экономику поднять. А, вон где Маури. Так. Рынки строим. Тут копейщик есть. Пошли исследовать. Хлопок. Что там с Маури? Не хочет он поторговать? А, у него та же хрень. Блин, я, кстати, не нашел еще ни другого континента. Все еще Нена. Смотрите, какая огромная территория, и это все один континент. Это нехорошо. Так, тут надо, видимо, вот здесь убирать камень и ставить центр коммерции. Плюс мне еще театралка нужна. Фиг знает, где ее поставить. Знаете, я тут рис обработаю, я его даже не буду вырубать. Или здесь поставить военный лагерь. Сколько будет стоить купить клетку с ракет? Пойдемте копейщикам здесь с варварами разбираться. Данные. Районы созданиями дают плюс одного великого своего типа. Созданиями именно, видите? То есть, пока я, например, рынок не построю, коммерческие дополнительные не будут давать. Что у нас вообще по великим людям? Правительственная площадь у него здесь. О, интересно. Это интересно.
Тут куча места у Грека. Чё он не хочет дружить? Так, военную традицию открыли. Может, все-таки поселенцев еще? Да нет, пока. Пока рано. Пока изоляционизм оставим. Тут на самом деле еще куча места для всех. Wait. Why did you put envoys interkill? Why did you put them in the Zan? Are you going to race it? Yeah. We talked about that. All right. Oops. I mean, it's the only city that I can really kill, and it's totally blocking me. Hungry? Looking for more wonders? There's actually one northwest of Candy, Crater Lake. It's at the top of the map. Follow the Kruna River. And you'll find it. Блин, народ лучше расселяется, чем я. Видите, по очкам видно. Я, мне просто пришлось немного на армию подналечь в начале. Супер извержение Везувия. Хорошо, у меня там не было моего лучника. Надеюсь, там варварам прилетело. По головушке их буйной. Блин, тут еще куча места. Made you a deal, Mr. Scruffle. А Маури еще кого-нибудь встретил? А, да. Ну, там... У него там куча соседей, судя по всему. Интересно, интересно. Вот тут столица у Грека. Давайте лучше рис обработаем, а не рыбу. Так, и здесь я все-таки сначала рынок построю. Мне нужны караваны. Тут, наверное, надо коммерческий район строить, а не рабочего. Так, здесь я... Сейчас игры и развлечения откроем, я тут построю рынок, и надо опять поселенцев начинать строить. Так, здесь вырубаем... What, were you trying to build that? No, I built it, but I also got. Тут обработаем чаек, центр коммерции. Что по поводу политической площади? Well, I had. I mean, this is grassland. Wait, with plains? Is that plains? No, it's grassland. I didn't really expect it there. Mr. Scruffle, are you gonna accept my deal? Oh, sorry. I thought I did. О, тут еще какие-то руинки имеются. What do you need to open borders for? I'm looking around. Да, надо будет водяная мельница, блин. You wanna do some trade too?
Sure. Давайте так. I got tea. You don't have tea. Еще театральные площади надо построить на самом деле, блин. А тут было... А, тут стихийное бедствие. Тут был разлив реки, поэтому здесь больше еды. Понял. Понял. Which, what are you gonna have? Cotton and wine and... Отойду, потому что он может убить мне этого чувака сразу. There, I sent the deal back. Because you're gonna have more wine. Ooh, that looks nice. Блин, мельница вот здесь была бы классная, на самом деле, водяная. Я бы не убирал рис, потому что он на болоте, он как раз мне еду дает, производство дает. Ну, благодаря моему пантеону. And we are all just hanging out around Swissy with boat. Party. Yeah, I border on three seas. Nobody's on my sea, though. I mean, Hungary is with two cities, but that's really bad. Блин, а чё не достает до голландца? Are you close to civil? Откуда достает? Из Кванго и из Мбамбы. А ко мне бегает только греческий, да? Мне не нравится, что он армию наращивает. I cannot believe that someone took faith from the relics. I don't know who was that, but I despise. Korea. Mostly because I'm not planning on building many holy sites, so most of the bonuses are useless for me. But I have a relic, so, and I have a little bit of use for faith, so I'm trying to get whatever I can out. I have like shit lots of relics, which I know. Not as good as. Anybody want to sell a relic? Еще одного разведчика дали. Ну, кстати, это неплохо сейчас. Почему нет? Куда мне его только отправить? Так. Тут я хочу строить поселенца, но это следующим ходом только начнется. Могу, так что давайте торговца пока сделаем. So how far are you away from Alliance, Mr. and Mr. Netherlands, both of you? From what? How far are you away from Alliance Tech? 10. Okay. Он спрашивает, как далеко они от альянсов? Like nobody did anything. Russia and Hungary, I get civil service next turn. I think about 7, 6 turn. Так, в Нимеген отправляем. Well, actually, 12. Я, кстати, могу изоляционизм убирать, потому что у меня не бегают. Содержание юнитов, 2 влияния. Так, тут все оставляем как есть. И тут опять начинаем поселенцев делать.
Надо посмотреть все-таки, что конец, да. I will say конец one карты. Thing is that you should have scouted a little more around Akkad. То есть он все увеличивает свою. Но у меня апнуть в моих этих ребят. Я стою. I went to the sea. I get it. Блин, мне кажется, надо тут все-таки вырубить. Здесь на холмах вырубить. The hell? Ну, это голимый торговец, уж я его не получу, это нормально. Меня это не смущает абсолютно. Так, здесь надо рынок. Тут отправим в Гронинген. Эфес, конечно, намного больше золота дает. Потому что здесь, вот тут торговый путь в Кванга сделан, поэтому... Ну ничего, мы проложим голландцу торговые пути. Ничего страшного. Блин, одолевают варвары. Катапульту. На три клетки. Ну, не особо. Прямо сейчас Мехико хочется сюзеренец. Так, ну нам надо открывать, в общем-то, селитру и потом порох. Акведук я где-нибудь могу вообще построить? Because I got caravels, but I don't want to have to make them. А, могу. О! Так давайте-ка мы вот здесь его и построим. Оружейная. Социальный институт феодализм. Anyone want to sell a relic? Don't got one. Так. Вопрос этого поселенца, куда ставить? Ну, здесь, по-моему, получше место. Хотя тут Везувий, тут, в принципе, тоже неплохие места. Вот здесь у нас кампус офигительный будет. То есть я бы там даже сразу кампус просто строил. Наверное, сюда поведу. Эти юниты против меня имеют... But it's my last city from the north, so the rest is for you. What's that? Ну тут нормальное постоит, мне кажется, копье пока. Right next to the influence border. I hope that's fine for you. Or do you plan to expand south? I don't even know who's talking right now. It's BDF AJK. Congo? No. Three. South of which city? High Point. That's fine. Right, thanks. Захватим клетки у него. Короче, здесь у нас поставим акведук. Нечасто я строю акведуки, согласен. С этим я согласен. Давайте мы... Так, тут все-таки прокачанный юнит. Австралия с Голландией не имеют юнитов вообще, такое ощущение.
На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть уже прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных она появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!